Щелковская торгово-промышленная палата продолжает проводить для представителей бизнес-сообщества семинары по различным вопросам, касающимся развития предпринимательства. Так, директоров и учредителей коммерческих предприятий собрали в Центральном дворце культуры на встречу с представителями прокуратуры. Тема «Изменения в антикоррупционном законодательстве». На встрече выступил заместитель Щелковского городского прокурора Олег Иванов. Что хотелось бы пожелать нашим предприятиям, директорам, соответственно, руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям. Внимательно изучайте непосредственно законодательство, которое регламентирует деятельность о противодействии коррупции. Для чего? Определенные нюансы, которые законодатель в своем нормативном правовом акте закладывает, нюансы достаточно серьезно влияют на повседневную деятельность. На встрече рассматривались различные аспекты федерального закона номер 273 о противодействии коррупции. Были даны комментарии по основным видам коррупционных правонарушений, по мерам ответственности, предусмотренным для различных категорий граждан. На сегодняшний день на территории Щелковского городского округа, Лосино-Петровский, Фрязино, существенных проблем в данной сфере мы не наблюдаем. На встрече отмечалось, что члены Щелковской торгово-промышленной палаты присоединяются к антикоррупционной хартии российского бизнеса. Этот документ – своеобразный свод правил честного и прозрачного ведения бизнеса. Положения хартии предусматривают следование специальным методикам и программам. Это гарантирует высокие стандарты предпринимательской деятельности. Бизнес должен быть ответственным партнером государства. Общая цель – недопущение коррупции. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.